Всем привет, народ! Вы на канале Мегабабки. Сегодня устраивайтесь поудобнее, будем зарабатывать монету Трон. Сразу всех перед видео предупреждаю, что здесь можно как заработать, так и проиграть свои монеты. То есть играем с умом, не заигрываемся и зарабатываем. Сразу перед видео еще хочу попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Хочу поблагодарить всех за то, что вы смотрите. И вперед к видео. Говорю сегодня о проекте, который называется SpokRakt. Классный проект, основанный на монете Tron. Для того, чтобы начать в нем играть и зарабатывать, вам в первую очередь нужно установить кошелек Tron Link. Этот кошелек вам будет давать монету Tron, и вы спокойно сможете играть на эту монету. То есть, если у вас, например, хранятся деньги на бирже, то Tron Link более защищенная система для того, чтобы деньги здесь хранить. Ваш приватный ключ хранится у вас, то есть его никто не знает. И это очень важный момент этого хранения. То есть вы его устанавливаете, это утилита, спокойненько лишь висит на браузере, никому не мешает. И автоматически к этому сайту он адаптируется. То есть вы заходите на сайт, и сразу кошелек подключается к этому сайту. И как видите, сразу пишется ваш личный баланс на монете Tron. Также давайте поговорим о проекте. Проект сейчас работает только на английском, китайском и японском языке. В будущем будет подключаться русский язык. Да, он будет, и это очень хорошо. Для русскоязычных на данный момент советую переводить через браузер, и будет все предельно понятно. Да? Первое, что хотел бы вам порекомендовать. О, господи. Нажимаем сюда. Здесь есть процентные дивиденды. То есть, когда вы играете на монету Tron, вы зарабатываете монету Stock, которую вы можете бросать на дивиденды и при этом зарабатывать еще больше. То есть вам будет начисляться каждый день монета Tron за то, что вы собираете монету сток. Да? То есть сейчас в данный момент это 2 миллиона стока. 20 миллионов стока будет 2 миллиона трона. То есть это очень классный проект, который на блокчейне дает нам возможность очень хорошо заработать. Есть справедливость, то есть здесь вы можете отследить свою то, что вы поставили и что выпало, то есть это очень классно. Также есть распределение дивидендов, то есть пишется, сколько сейчас стоит монет стока, да, и сколько будет заработано дивидендов в монете Tron. То есть каждый игрок, который проиграет, часть этих проигранных денег идет в дивиденды, которые распределяются между всеми игроками. То есть это очень-очень круто. Распределение идет каждые 24 часа. То есть все прекрасно. То есть каждые 24 часа можно зарабатывать очень-очень неплохо. Есть направление. Это имеется в виду, что вы можете отсылать свои монеты в какой-то другой кошелек. Это тоже очень хорошо. Также же есть новости проекта. Сейчас он не загрузится. И есть справка. Реферальная программа и нулевое. Сейчас давайте зайдем в реферальную программу. Для того, чтобы реферальная программа была активна, давайте я переключу на английский язык. Это будет более удобно для меня. Для того, чтобы подключить реферальную программу, вам просто нужно, вот тут будет зеленая кнопочка, вы на нее нажимаете, подтверждаете транзакцию. С вас может спишется где-то пол монеты Трона, немного, там даже монеты не списываются. И у вас сразу появляется реферальная ссылка, которую вы можете уже начинать распространять и зарабатывать по 0.2%, да, от игр ваших рефералов. То есть это очень важно. То есть вы можете зарабатывать на реферальной программе, грубо говоря, не потратив ничего. Также есть zero транзакция. То есть если вы играете на большие суммы, то транзакции нулевые идут. Это тоже очень важно.
имеется для связи с администрацией email, на email можно написать, на Telegram и Twitter. Есть статистика, отображается ваша статистика игр, да, то есть сколько вы сыграли, сколько вы выиграли, сколько баланс, да, то есть и тому подобное. То есть это все отображается. Также отображается, сколько вам дается монет. И это все хорошо. Здесь у нас нарисовано, да, Royal Dice. Здесь у нас есть график, прямой график игр, то есть сколько монетка прыгает, и мы видим, что оно себя представляет. Также мы видим прямое онлайн, да, то есть когда люди играют, оно отображается, что выпало, что не выпало. Можно поставить автоигру, то есть можно играть автоматически, поставил и хай оно там дампится, да, так скажем, или же пампится. Это дело в том, что вы можете себе нафармить очень хорошо монету именно с ПОК. То есть вы поставили, например, вот как я сейчас, там 50 монет, нажимаем автомат, и будет оно играть постоянно, вот на 50 монет будет автоматически запускаться. При этом вы себе можете еще сделать такую пометочку, что здесь можно увеличивать шанс на выигрыш и шанс на проигрыш. То есть здесь вы выбираете либо же меньшее, либо же большее. Я сейчас ставлю на меньшее, то есть выпадет от 0 до 90, до 85, до 84, хай, да. Если я выиграю, я выиграю 8 монет трона сверху того, что я сыграл. Давайте мы выключим авто и просто подтвердим. Открывается кошелек трон. После чего мы можем сделать, чтобы он не открывался. И нажимаем оплатить. Пошел ролл, как видите, 62 нам выпало. Нам повезло, и мы заработали 8 монет. Еще раз нажимаем. И выпадает 3. Шикарно. Можно еще разочек сыграть. Почему бы и нет. И выпадает 2. Шикарно. Теперь можно переключиться на большое число. Выбрать, к примеру, до 11. Да, и нажать еще раз ролл. То есть надо играть аккуратно для того, чтобы не проиграть. И как видите, у меня уже на данный момент я заработал себе 30 монет трона. 30 монет это сейчас около, где-то около доллара. Всего лишь за минуту. И это круто. Так, теперь для того, чтобы сделать опять инвестицию в дивиденды, да, то есть мы видим, у меня монет спок 1600. Мы нажимаем вот сюда. Транзакцию мы проплачиваем, понятно, что троном. Сейчас это все. Все мы переместили. Теперь сюда мы опять перемещаем в эту панель. И как видите, у меня уже на депозите 2940 монет стока. И я буду зарабатывать такое-то количество трона. Да? То есть чем больше у вас стока, тем больше трона вы будете зарабатывать. Также мы видим нашу статистику в днях. Сколько мы можем заработать. Также ж видим, сколько инвестировано, да, то есть сколько снято, сколько инвестировано. Это все отображается, и очень удобно это все видеть. Здесь мы видим, что мы сыграли вот первую, выбили 80, да, вторую, третью и четвертую игру. Все игры мы выиграли. До нас кто-то играл, видите, ставил на 95. И он лоск, то есть проиграл. Потому надо играть с аккуратностью и быть, так скажем, умнее, да, то есть, когда выпало там 2-3 раза маленькое, то желательно переключиться на большее и ставить на большее. И этим вы будете себе увеличивать шанс на победу. Еще вам я предоставлю ссылочку внизу в описании о этом проекте. То есть, это есть презентация этого проекта, полностью все расписано, показано, что из себя представляет этот проект. Да, оно на английском языке, но в принципе, кто не разбирается в английском, может спокойно так вот взять, скопировать и просто перевести. То есть, если вам это интересно, вы можете зайти, прочитать,
посмотреть, что из себя представляет проект, как он себя ставит, да, то есть что, какие распределения у него идут, сколько эта монета будет стоить в будущем, как распределяются сами игры, да, то есть проигрыши либо же выигрыши, это все видите, да, графики есть. То есть это все вы можете посмотреть и понять. Здесь мы видим, что если 5 миллиардов стоков, да, то они стоят 30 миллиардов стоков. Да, то есть это все мы отображаемся. И также 80% идет людям, да, на выплаты и так далее. То есть здесь все прекрасно описано и рассказано. Это я вам, этот документ обязательно оставлю внизу в описании ссылочку. Вы открываете, у вас открывается во вкладке, точно так же, как и у меня. И вы спокойно его уже можете отслеживать. Также мы видим дорожную карту проекта. То есть, как видите, очень-очень большие планы. До 2020 года проект планирует развиваться. Это очень хорошо. Ну, в принципе, это очень хорошо, потому что мы можем заработать на этом проекте очень больших денег. Давайте последний разочек сыграем мы. Давайте на 100 монет трона. Сделаем такой эксклюзивный ставочку. Сделаем мы ставочку на 15. И делаем ролл. Надеюсь. Давай. И да, мы выиграли. И 50 монет трона за 10 минут мы заработали. Ссылочка на проект внизу в описании. Не забываем, народ, что риск есть, но можно очень хорошо заработать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!